На приготовление этого блюда обычно уходит не больше 15 минут. Тесто раскатывают, добавляют начинку и в печь. Ароматную хрустящую пиццу раскладывают по коробкам. Сегодня все они отправятся к врачам. Мы хотим сказать врачам спасибо и передать им этот пиццу. Кстати, в меню не только итальянская любимица, но и горячие обеды. Все это с пылу с жару доставляют неравнодушные предприниматели в Одинцовской больнице. Во время пандемии, когда объявили сбор волонтеров, я активно участвовала в жизни района, помогала собирать коробки вместе с другими волонтерами в администрации, коробки от губернатора, от главы района. Мы собирали маски, мы развозили, мы помогали пенсионерам, привозили продукты тем, кто в группе риска, кто не мог выходить из дома. И когда Стефан предложил поддержать наших врачей, мы сказали, а как мы можем помочь, мы же не медики. Он говорит, ну можно просто накормить их вкусными обедами. Ну, так родилась эта идея, и сейчас я рада, что другие заведения нашего района тоже ее поддержали. Пандемия отступает, но врачи продолжают работать в интенсивном графике и призывают жителей соблюдать рекомендованные меры. Болезнь непредсказуемая, любое время может вспыхнуть и вспышка пойдет. Но мы на страже готовы ко всем моментам, в случае чего боевой готовности. Подобные акции будут продолжены. Предприниматели готовы и дальше поддерживать медицинское сообщество округа. Мария Шматкова, Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».